19 мая у 10 годин ранницы в институту бизнес-центра свободной экономической зоны почнется пленарное посяджение 14-го Гомельского экономического форума. На сегодняшний день удел у им подтвердили около 400 представников официальных и деловых колов 10 краин света, хоть заявки еще будут приматься до 15 мая. А поздний термин подачи заяв на удел у экономичном форуме 12 годин по усходнеевропейском часе. Коли мерковать по опыте проведения попередних форумов, есть усе подставы сподеваться на повеличение колькости удельников. У Вогли работа будет организована по 6 секциях – от агропромыслового комплексу и гандлю до малого бизнеса и туризму. При этом потенциальным инвесторам представить не только проекты, подрихтованные предприемствами, але и вынаходки молодых гамельчан. Научениц колледжа машинобудования Максим Кирьянов распрацовал уластный, довольно перспективный вариант пальчатки для реабилитации после инсульту. Как чекается, удельники форума убачить ее непосредственно подчас пленарного посяджения, а потом обмеркуют максимуси серийной вытворчести на одной секции. Не компания, какая-то крупная, да, вот, а просто вот, скажем так, молодой инициативный человек, вот, где-то что-то подсмотрел и сделал что-то свое, вот, которое, в принципе, хочет продвигать, вот, ну, соответственно, должны пройти какие-то исследования, стандартизация, то есть, чтобы это использовалось в медицине. Реклама потенциальным инвесторам, может, кто-то заинтересуется. Добавились новые страны у нас, такие как Азербайджан, Исландия, вот, также в рамках форума планируют принять представители компаний, с которыми будут подписаны инвестиционные договоры и соглашения о намерениях. Это представители компаний Дании и США. Международная выстава «Весна у Гомеля» сегодня пройдет 18 раз. Термин проведения с 18 до 21 мая. Причем, когда у 2000-м начинали с 40 удельников и 250 квадратных метров экспозиции, то сегодня количество удельников наближается до 300, а выставочная площадь увеличилась больше как в 20 раз. Организаторы кажут, что им гнутся заработать выставу интересной для всех. С этой нагоды сярод запланованного «Дитячая свята» и «Республиканский фестиваль ремесленников». Главная задача – допомогать им развивать свой бизнес. До речи, сярод вип-сувениру на Гомельской выставе будут ляльки-звоночки у национальных костюмах, которые выработал ремесленник из Речицы. Але главная задача – презентация вытворчего потенциала региона. Жадающих принять удел оказалось столько, что некоторым пришлось отмовить. Правда, тычалось это в основном предприемству из других областей краины. Крупнейшая региональная выставка страны. И, естественно, на раскрученную площадку очень хотят попасть предприятия республики. Этот год тоже не исключение. Мы сразу начинаем получать предложения о том, чтобы какие-то предприятия других регионов представились. Но поскольку это регион, и есть одно самое важное условие. Представляют себя только предприятия региона. Это имиджевая выставка, и должны представляться только наши предприятия. Олег Сентюров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».